что она там и просто сидишь играешь. Света, скажи. Мы гуляем по Тюменской области. Крестила я веселенький росток. Это видеоблог. Всем привет. Это новый влог ансамбля «Пташцы». Мы гуляем по Тюменской области, по городу Заводоуковск. И в этом влоге вы увидите много-много, что с нами было летом и сейчас в нашей замечательной поездке в Тюмень. Смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Влог о Тюмени. Мы еще про Байкал не написали. Я, кстати, смотрела текст в самолете. Сережа круто пишет. Я ему еще там добавила. В общем, к следующему лету напишем статью обязательно. Это видеоблог начинается не с улета, а с прилета ансамбля «Пташица» в город Тюмень. Красная команда. Ой, лебеди, пошли отсюда. Света сказала, что в Тюмени очень низкое небо, а за нами уже приехал автобус. Посмотрите, какие чистые окна у автобуса. У самолета не было таких чистых окон. Тут бабулька какая-то. Вступите и дай мне место. Без комментариев, влог снимаешь, что ли? Влог. Это влог. Показываю вам Тюмень. Тюмень, наверное. Тюмень, Тюмень. Аю, мои гармоники, ай, мы сегодня, ай, призывные, а завтра будем конники. На пригорке рови вина, тропинки вдоль полички. Черная смородина. Хочешь? Давай. Так, да, ты делаешь просто буквально шажочек и кладешь так. Фото с историей, ребят. Не просто. Не просто так, а история, чтобы вы понимали. Просто обычный день со сложкой. Так, все, остановились. В принципе, обычный будний день. Света готовит программу. Варя, нарисуй, пожалуйста, покрась меня. Ты накрась меня на концерт, пожалуйста, у меня сегодня есть личный экзорист. Варя, пожалуйста, можно? Варвара Ивановна, вот немножко под глазнички от недосыпа можно мне замазать? Спасибо большое. Еще вот этот глазник тоже, пожалуйста. Угу. А причешите меня еще, пожалуйста. Причешите, пожалуйста. Пожалуйста. Да, спасибо. Вот, Ваня упаковывает подарки. Вместо того, чтобы учить улышную. Вместо того, чтобы учить улышную. Сергей, все как обычно на своем рабочем месте. Гладит. А мы тут тоже разбираем всякие подарочки. Добрый день, дорогие друзья. Дело в том, что некоторые члены жюри чуть раньше сегодня, наверное, уедут и поприсутствуют на нашем концерте, а мы бы хотели вручить им памятные подарки. Уже памятный подарок в руках у супруг Крючковых. Сам Пташица мы решили их отметить, так как в нашем сегодняшнем конкурсе Руфина — это единственная играющая гармонистка. Ваши аплодисменты. Я затемню свою свечку на пригорке родины.
речке черная смородина. На тропинке вдоль по речке в радуге смородина. Вот таким голосом я буду записывать влог. Посмотрите, у нас после концерта вся дорога с цветами. А самое главное, цвет мед. Короче, чтобы мы не копали в огороде, не тяпили, не грабили. Серьезно? Не, ну я благодарен. Пускай будет, мне не лишнее. Большое спасибо всем, кто пришел на наш концерт. Мы сильно рады были. Мы поехали дальше. Там первая, вторая, как они ездили в клуб, на санях, на лошадях. Он из реши деревни, матушка, по улице пройдем, безобразничать не станем, только песен попоем. Сегодня, милую. Спасибо. На деду шаль цветную, ою подвину. Если друг притянулся к сердцу, степь собою. На коняк лихий учусь я. Свою я песня ставлю.
Очень красиво, Валя, очень красиво. Смотрите, как у нас прекрасная гостиница. На втором этаже у нас экспозиция, посвященная русской культуре. Пожалуйста, вам и костюм, и картина, и коняшка на ковре. И, конечно же, смотритель. Дорогие друзья, ну вот закончились наши тюменские приключения, и ансамбль «Пташица» улетает домой. Нам очень понравилось в Тюменской области. Мы надеемся, что мы не говорим «до свидания», а говорим «до новых встреч». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, пока. Посмотрите, они ржут надо мной. Ну, потому что мы не говорим «до свидания», мы говорим «до новых встреч». Все, ребят, всем пока. Смотрите наш влог. Как дела у вас? Мы уже должны быть в Питере. Вы думали, что все, влог закончился? Нет. Мы уже 4 часа сидим в аэропорту, наш рейс задержали. Поэтому мы не говорим «до свидания», мы говорим «до новых встреч». Все спят. И мы тоже пытаемся. И это еще не конец. Я думаю, что перенесется еще. Нет, давайте это конец. Внимание! Рейс номер 29-77. Не наш.